дорогие зрители, меня зовут Илья, и это ролик о смесителе Amaikiri Tottery. Собственно, вот он. И прежде чем я расскажу о всех характеристиках этого смесителя, сначала хочу рассказать об упаковке. Упаковка выполнена из прекрасной крафтовой бумаги, которая имеет не менее прекрасный дизайн. На лицевой стороне у нас изображена японка, разные цветочки, растения, цветочки, деревца и японка. Непосредственно сам логотип бренда Amaikiri, а здесь у нас название смесителя, изображение его размеров, различные его характеристики, откуда был совершен импорт, его производитель и где был произведен продукт, а также штрих-код и... Не поверите, я не забыл о красной наклейке, которая подтверждает тот факт, что Amaikiri является членом Осакской торговой промышленной палаты в Японии. Приступим к распаковке. Вау! Также хочу заметить, что коробка внутри проложена поролоном, который обеспечит сохранность продукта при транспортировке. Приобретя данный смеситель, в комплекте вы с ним получите полный набор креплений, соединительные шланги, штуцер, чудесную салфетку из микрофибры, подробную инструкцию, гарантийный талон на 5 лет и вкладыш. И вкладыш, в котором изображены все производства Amaikiri. Материал корпуса у Tottery выполнен из высококачественной латуни. Также смеситель имеет керамический картридж седал с диаметром 35 мм, кронбукса из латуни, крепление Tottery из металла и пластиковый аэратор NeoPearl, благодаря которому ему не страшна ржавчина и известковый налет, а диаметр для установки 35 мм. Для обзорки на смеситель Tottery я выбрал его в цвете античная бронза. Ну уж очень мне понравился. Но представленный смеситель выполнен и в других цветах. Античная медь, античная латунь, античное серебро и Tottery в цвете графит. Кстати, у смесителя в цвете графит ручки выполнены из кристаллов Сваровски. Но это вам на заметку. Модель Tottery имеет современный классический дизайн, у которого угол поворота ручки составляет 20 на 70, что позволяет разместить смеситель максимально близко к стене. Также у Tottery есть функция подачи фильтрованной воды. И да, фильтрованная вода течет по отдельной трубке и не соприкасается с водопроводной. Я сейчас быстро сбегаю за Tottery в цвете античная медь, а вы пока посмотрите на смеситель в интерьерах. Держу пари, что вы не успели соскучиться. И действительно, у Tottery очень красивые и благородные цвета. Согласитесь, но, к сожалению или к счастью, на этом все. Я благодарю вас за просмотр и интерес к продукции Amaikiri.